Посмотрите вокруг, какое все красивое, белоснежное. Какие метели я вам тут привез. Ух, сколько снеговиков слепите. Ведь это же мой любимый праздник, Новый год. Мы с дедушкой спешили к вам на праздник, чтобы порадовать вас в Новый год. Давайте же сейчас все вместе зажжем елочку. Дедушка, что нужно сказать? Раз, два, три, елочка, гори. Правильно. Ребята, давайте сейчас вместе скажем. Три, четыре. Раз, два, три, елочка, гори. Не получилось. Почему же? Может быть, мы забыли волшебное слово? Точно. Ребята, какое волшебное слово? Итак, три, четыре. А разве не ты должна была мешок с подарками нести? Нет, дедушка, вообще-то ты. Да? А я и забыл. Ну что ты, дедушка, совсем старенький стал, про подарки забыл. Ну, не ругайся, внучка. Моя голова хоть стара да в дыру, что-нибудь еще придумать можем. Давай позовем помощников лесных. Они нам и принесут подарки. Дети, но ведь сказочный лес слишком далеко от вашей школы. Наши помощники вас не услышат. Давайте все вместе позовем их. Помощники! 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 До сказочного леса за мешком с подарками. Только поторопитесь, пожалуйста. Не беспокойся, Дедушка Мороз. Принесем мы твои подарки. Без проблем. Удачи вам, помощник. Вообще-то я Снегурочка, а у нас тут Новый год с подарками. О, подарки это я не люблю. А много подарков-то? Хороший вопрос, подарков-то много у вас? Как полагается, каждому по одному. По одному это не... Леш, у меня вот есть идея. Скажи, зачем нам с тобой один подарок, когда мы можем украсть целый мешок? Ига, а что делать-то надо?
посмотрю. Нам нужно Деда Мороза снежинку спрятать и... Съесть их! Нет, ну это тоже можно, но потом. Сначала мы Дедушку Мороза с Снегуркой спрячем, оденемся в их костюмы, дождемся помощников с этими, с подарками с их. И заберем их и убежим далеко-далеко в лес. Классно придумала? Классно придумала, Ига. А как мы их в лес-то уведем? Спокойно, все под контролем. Ребят, давайте пока наши помощники еще не пришли, мы с вами потанцуем, чтобы нам не скучать. Давайте! А вон и Снегурочка. Ура! Ну, здравствуйте, помощники! Ну что, давайте-ка нам наш подарочек. Дедушка Мороз, скажи. А я Дед Мороз. Давай, Шапка, сюда подарки. А то нам уже давно пора в лес. А что это, вы нам не верите, что ли? Ты посмотрите, Мороз, они нам не верят. Доверяю, но проверяю. Правда, ребята? Да! Я вам задам вопрос легкий для Деда Мороза и Снегурочки. Дедушка Мороз, зачем ты к нам пришел? Ега, а что говорит-то? Повторяй за мной. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, ребята. Мальчики и девочки. Мальчики и девочки. Мы с Дедушкой Морозом пришли сегодня к вам, чтобы поздравить вас всех с Новым годом. Мы с Дедушкой Морозом пришли сегодня к вам, чтобы поздравить вас с Новым годом. Что такое? Все понятно, Сид. Эти Баба-Яга с Лешим опять все портят. А ну-ка, разбойники, подойдите-ка сюда. Ага, я же говорила. Ай, ну и что, что вы нас не знаете? Все равно у вас без Деда Мороза со Снегурочкой Нового года и не будет. Ха-ха! Что же нам теперь делать? Я не знаю. А у меня есть идея. Ребята, знаете что? Нам надо попасть к царице
Владычица морской. Она живет на далеких Карибских островах, и у нее есть волшебная подзорная труба. Она в нее посмотрит и скажет нам, где Дедушка Мороз и Снегурочка. Пошли? Ну ладно, пошли. Дело тут нелегкое. У нас Деда Мороза с Снегурочкой украли, а без них Нового года не будет. Новый год? Что такое Новый год? Дед Мороз со Снегурочкой? Кто это такие? Как, ты не знаешь? Новый год – это когда все деревья одеваются в белоснежные наряды, украшают елочку, детишки ждут подарков. Нарушили мой покой. Про какой-то Новый год рассказывают. Что? Ты не знаешь, что такое Новый год? А еще царица морей. Вот я знаю о Новом годе, когда я бродил просторы Балтийского моря. А что случилось? У нас Деда Мороза и Снегурочки украли. А без них, как известно, праздник не начинается. Кто посмел? Да Баба Яга смешивает. Подождите, а зачем вам морская царица? Слушай, морская царица, ты все знаешь, ты нам помочь можешь. Расскажи нам, как нам праздник спасти, где Деда Мороза и Снегурочку искать? Подзорная труба, покажи мне путь, куда моим странникам повернуть? Вижу я далекий дремучий лес, в нем изба на курьих ногах, а в избе за печкой сидят пленные в мешках. Смею полагать, это и есть ваш Дед Мороз со Снегурочкой. Что ж, дорога вам предстоит нелегкая. Идите вперед, к королю Джулину. Мои друзья вам помогут. Эй, бурундуки, помогите, ребята! Вот вам клубочек. Куда он покатится? Там и пушка, а нам пора. Спасибо! А где это мы, Сим? Я не знаю. Наверное, в джунглях. Ой, смотри, там змея. Фу, фу! Прекрати, Сим! Слушай, а что это за музыка? И эти крики?
Пингвины, пожалуйста, поприветствуйте наших новых друзей. Привет, 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 привет! Как вам моя новая корона? Пингвины сделали ее для меня. А зачем вы пожаловали? Нас к тебе пришла владычица морская. Она говорит, что ты можешь подсказать нам, где Дедушка Мороз и Снегурочка. Ну, я надеюсь, ваши Дед Мороз и Снегурочка знают, кто такой король Джулиан. Это навряд ли. Деда Мороза сюда дорога закрыта. Он тут тотчас же растает. Всю! Ну, тогда их точно нужно спасать. Пингвины, мы поможем моим безропотным фанатам? Да, 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 да. Ну, так уж и быть. Вам надо идти через мост. Пингвины, покажите им, я устал. Спасибо. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it. Не в дремучий лес, а в логово к воину драконам. Неужели мы заблудились? Мамочка! У нас Деда Мороза и Снегурочки украли. Новый год никак не наступит. Так что же вы мне сразу не сказали? Я вам, конечно же, помогу. И даже провожу вас. Сегодня ты берешься под собственный контроль. Открыты все дороги, сам выбрал ты пути. Терпение и труд. Да, леший. Выводи-ка мне этого кота в сапогах скорее. Иди сюда, кот. Котенька мой сладкий, любимый, у нас к тебе есть предложение деловое. Ты нам помощь, а мы тебе 10 литров молока. А в чем суть предложения? Тебе нужно охранять нашу избушку от всяких посторонних проходимцев. Когда заступать? Сейчас, Леш, уходим, да. Анюша, блин! Сейчас! Наверное, мы уже близко подошли. Ну тогда только вперед, а то я уже устал и спать хочу. Смотри, Сид. Котик, милый котик, пропусти нас, пожалуйста, в избушку на курьих ножках. Нам очень надо. Был дан приказ. Никого не пропускать. Ну, Коль. Приказов. Ну, пожалуйста. Увы, я не подвластен вашим мольбам. Сид, что же делать? У нас есть что? Клубочек. А котики любят что? Клубочки. Соображаешь? Прекрасная идея для леницы, Сид! Вот, а вот, смотри, что у нас есть. Нет, я не буду смотреть. Так беги же за ним.
отлично сработано, Сид! Мы наконец-то дошли до цели! Дело дрянь, Леша! Они уже на пороге нашей избушки! А мы уже здесь! Мы вам вашего Деда Мороза не отдадим! Вот только если нам подарок свой отдадите, получите Деда Мороза! Была бы ты человеком, Яга, получила бы свой подарок! А так ничего ведь не получишь! Слушай! Мой подарок лучше, чем ничего. Да мы с тобой ничего не получим, потому что мы Деда Мороза с Снегуркой украли. Баба Яга, а давай так. Ты нам все-таки вернешь нашего Деда Мороза Снегурочку, а мы вам подарочки ваши отдадим. Ваши подарки. Ух, и надоели же вы мне уже. Вот хоть раз в жизнь могли бы вот не найти нас, не портить нам с Лешим праздник. Мы, может быть, тут уже подарки Деда Мороза забрали, уже Новый год празднуем, а вы у нас Деда Мороза забираете. Все, надоели, забирайте его. Нечего нам здесь делать больше, Леший, пошли. Спасибо вам большое! Пожалуйста, да вы не одни помогали! Вон у нас друзей-то сколько! Кто это там плачет? Мы не хотим оставаться одни в этом лесу! Да, не хотим! Мы тоже хотим Новый год и подарки! Пожалуйста! Вставайте с колен и идите к нам! Вы же так больше делать не будете? Не будем, будем, будем. Мы простим их, ребята? Да! Спасибо вам, спасибо, ребята! Ну тогда давайте начнем наш праздник. С Новым годом вас! Да! Подарочками надо похвалить.
Да. Белый-белый парус снега и кораблик изо льда. Новый год слетает с неба незаметно, как всегда. Старый год седобородый, он сменяет у рубля. С новым счастьем, с Новым годом, с днем рождения, земля. Небо на лесной опушке, свечи яркие зажглись. Месяц ёлочной игрушкой в синем воздухе повис. Разорвал туманы рогом, серебро в сугробы льёт. Светит мишки на берлогу, спать медведю не даёт. Не храпи ты хоть сегодня, ведь проспал немало дней. Этой ночью новогодней ёлка светит в 100 огней. Не отмахивайся лапой, вылезай, идём со мной. Ладно, молвил косолапый, погоди, приду весной. На заснеженной поляне звери водят хоровод. Заяц, волк играет на баяне, заяц песенки поет. То в присядку, то с прискоком пляшет галка и сорока. Пляшет ворон старый дед, хоть ему и 300 лет. Здравствуй, дедушка Мороз. Ты, наверное, замерз. День гулял по городу, отморозил бороду. Но склади на батарею, я сейчас тебя согрею. Что такое Новый год? Это ёлка в комнате растёт. Что такое Новый год? Это ёлка в комнате растёт. Это белка на ёлке. Заяц рядом с волком. Ну давай, Рузя. Всё сверкает огоньками. Ёлочка красавица всех на праздник приглашает, всем в округе нравится. Ну, а сейчас мой любимый танец. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Вы играть хотите? Да, я хочу играть. Король Джулиан, его королевское величество желает играть. Ну тогда, а нам вот несложно поиграть, правда, ребята? Давайте желание Джулиана исполним. Пожалуйста. Ну да без проблем. Итак, сейчас Красная Шапочка и Сид выберут по 5 человек в команду. А мои помощники Пират и Панда. Расставьте, пожалуйста, реквизиты. Давайте, давайте, ребята, подходите вот сюда, выстраивайтесь в колончик. Стойте, стойте, стойте. Вот так. Сейчас пингвины покажут, что вам нужно будет. Вы готовы смотреть? Готовы? Сейчас мои помощники пингвины покажут, что вам нужно делать. Смотрите, вам нужно одеть на себя новогоднюю шапочку. Взять клюшку и прокатить мешок вокруг конусов. Туда и обратно. Когда вы придете на старт, отдаете клюшку, мячик следующему и шапку тоже передаете ему. И так до конца. Все поняли? Готовы? Сейчас еще Д'Артаньян у нас еще пока не готов. Готовы? И раз, два, три, поехали! Thank you.
А сейчас подойдите к Дедушке Морозу, он вам даст сладкие подарочки. Ну а потом мы потанцуем. Ой, будем танцевать, ребята? Да! Да! Да, уважаемые родители, пока идет танец, можете смело фотографировать ваших героев. С любыми героями. И танцуем! Ну что,
думаю, мы недостаточно поиграли. Мне кажется, нужно еще. Что будет делать? Смотрите внимательно. Вам нужно зажать мячик между ног, как у бурундучков, смотрите. Смотрите, как бурундучки зажали, видите? И пропрыгать по кочкам. Прыгаем. Хоп, хоп, хоп. На последней кочке останавливаемся. Бурундук, вернись. И кидаем шарик в корзинку своему помощнику. Вот. Помощник возвращает вам шарик обратно. Вы опять зажимаете между ног и прыгаете обратно. Не обязательно прыгать. Оп, оп, и кидаете шарик сверху.